Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетболисты Самары готовятся к плей-офф. Тольяттинские гандболистки разгромили соперниц из Уфы. Определились точные даты ближайших матчей «Крыльев Советов». РФПЛ опубликовал расписание трех ближайших туров чемпионата России. Как и было заявлено ранее, в 21-м туре «Крылья Советов» сыграют в воскресенье 2 апреля с ЦСКА в гостях. Начало матча в 17:30. Матчем «Волжан» и «Пермского Амкара» откроется программа 22-го тура. Команды сыграют в Самаре 8 апреля в 15:00. А в 23-м туре «Крылья» в гостях проведут игру с «Анжи». Этот матч состоится 15 апреля в 18:00. В своем 17-м матче женской гандбольной суперлиги «Лада» разгромила «Уфа» «Алису». Гости из Башкирии сопротивлялись только в начале матча, а после 12-й минуты посыпались. Тольяттинки в первой половине были в ударе, забросив все свои 23 броска. Обеспечив комфортное преимущество, «Лада» довела матч до победы 43-21. «Волжанки» занимают второе место в турнирной таблице, лидируют в чемпионате гандболистки из Ростова-на-Дону. В баскетбольной суперлиге определились пары плей-офф. «Самара», как и два года назад, в четвертьфинале сыграется с «Спартаком Приморья». Наша команда, занявшая в регулярке третье место, имеет в стартовом раунде плей-офф преимущество своей площадки. Первые матчи в серии до трех побед пройдут в Самаре 26 и 27 марта в МТЛ-арене. 26 марта начало игры 18:00, 27 в 19:00. Вход для болельщиков свободный. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!